Так, бицепс, бицепс, бицепс. Поменять клавиши стрельбы. Стрельбы! Стрельбы! Не все, а только стрельбы. На мышке ЛКМ прицел, ПКМ стрелять и наушники задом вперед. Все. Открывай настройки, привязка клавиш, выбирай вкладку бой. И меняем, получается, огонь. Правая кнопка. Нацеливание. Огонь. Левая. То есть, по идее, мы лут должны перетаскивать. Ну, все остальное меняется, не меняется. То есть, должно быть все так же самое. Ага. То есть, когда я захочу стрелять, я буду прицеливаться. Да. Да. И Экономно. Наушники задом наперед. А когда то прицеливаться, есть... буду стрелять. А, да. Еще развернуть наушник. Вот, да. Развернул. Все по-другому звучит, как будто. Она. С нами двое, опять. Трое. Тем более, но... суббота. Двое с нами, два с... Не понял. С нами трое. Нам хана. Сейчас панцера буду. Где он? Еще двое есть с нами. Спасибо. В этом домике бегает. Блин! За домиком этим. Я опять. Зон сосновка. Она. У нас, по идее, еще соседи есть. Надо уходить, крутить. Крутить, уходить. Ехать, уходить, крутить. Ой-ой-ой. Здорово, Авака. Главное, здоровье, со мной все будет. Спасибо, Авака. Это ты топаешь. Нету броника никакого. Круто. Здорово, Виталий. Наверное, на небо и здоровье в семье. Спасибо, Виталий. Привет. Или тот сосед. Тут броник. К нам прилетел. Я уже нашел. Надо уходить. Надо уходить. Нашел дачу. Ну, тебе не мат коллиматор случайно? Я выкинул галогру. Спасибо. О, там никнейм про тебя был, Юр. А, где? Ну, выше он уже еще. Годман? Нет. Ну, сейчас нам будет хорошо на мосту. Машины спереди едут, неважно, как наушники одеты. Они все равно будут машины звучать спереди. Там дым. Это не дым. Да. О, калиматросик, отлично.
Ой. Сколько можно пельменей эти хабать? Они такие, они просто, это я не знаю. Насколько они вкусные, ты бы знал его. Я говорю, что я такие пельмени не ел с детства. Просто сочные. Здорово, Кутбудин. Спасибо. Что-то едет. О. У меня я сначала стрелял, потом вышел в прицел, потом опять стрелял. Короче. Ну контролировать зажим сложновато. Ну, сложнее, тут тоже контролировал. Да это мой. Нажимая. Уйди! Восьмерку, вот я теперь заберу, будешь ходить со своей. Так давай! Все, нету. До свидания. На шестерку. То левую кнопку зажимаешь, уже привык, а тут совсем, блин, не то. Юра на мосту, всем хана. Угу. А? О, а куда бежать? Авака, я рано пить. Вечером буду. Все готово. Но откуда по мне стреляли? Ты не видел? Ну, я когда смотрел так, что было слева, значит, это начало моста где-то. Ну, начало моста, типа, не там, где аквариум, а с другой стороны. Да, здорово, Фантом. С днем рождения, родное счастье, здоровье, все на лучшее. Спасибо, Фантом, привет. Понятно. Как это не надо пить, Типс? Уже все, все решено уже. Надо. Да я немного, я так, так чисто для настроения. Хочется. Тем более, как поется в песне Сектора Газа про 30 лет. Что, как там, блин, забыл, что сегодня можно пить, типа того. Надо лодку мочить. Тихо! А это ты бежишь, господи. А, это ты! Под нами сейчас будет. Я попал! Ты понимаешь, ты кричишь тихо, я начинаю слышать твои звуки, я тоже начинаю пугаться. Я не понял, что потому что сейчас. Потому что я не понял, что это ты, это не понял, что это я, и мы друг друга испугались. Испугались, убежали. Я бегу на мост посмотреть, кто где бежит. О боже. Привет, Яша, бардак. Спасибо. Кто-то же стрелял, ну, понимаешь, где-то. Мне водка страшно. Не во вред. А, не видно, что откуда же он стрелял, пожалуйста. Я не водку. Тачка! Не! Еще баги! Очень люблю, уважаю вас. Знаю только с хорошей стороны. Ой. Дай бог процветания, 100 лет жизни. Как выйти с прицела? Чтобы по жизни все складывалось нормально. Когда паника, ты не понимаешь, как выйти. Да-да. Ой. А, все, Бонифаций? Я думал, там сейчас Жорик...
Жорик будет сейчас там начнет это исполнять. Спасибо, Бонифаций, за 111. Они такой. Все в меня постоянно давят меня. Спасибо, задолбали. Бонифаций. И мне нужен коллиматор, у меня X2, я не могу стрелять нормально. Какой трэш? X2 и зажим на другую кнопку. Ой, а там же тех прибили. Просто какой-то бред. Алло. Лограф. Че у меня так? Ну че? Всего лишь 5 грамм. Реально всего лишь. Ключики от подвала. 6. А он что, с боковыми? Ну, дурыла. Тебе коллиматор взять? Да. А его тут нету. Кастомки во сколько? Мне сегодня водка не во вред, точно. Да. А это ты! Дай! Да, уже бы давно делал. Кто? Коллиматор, ты же сказал, возьмёшь! Так я сказал, нету, и ты потом сказал. Ёперный компот, я как беру, как дурак. 9 же кастомка, да, Юр? Я поставил таймер на 8. Молодец. 8. А что? Ты не будешь его, не успеешь на 8? Это через 3 с половиной часа. Мы доигрываем, я пойду, мне надо еще малого садика забрать, сходить. В принципе, да, успею. Вот как стрелять, блин, если кто-то сейчас появится резко, я с перепугу начну прицел входить в него 15 раз. Мне кажется, за наши страдания надо уже защиту где-то чуть-чуть. Да, бицеп засчитай. Топ-2 уже есть. Топ-2 нереальный, видел, как я там выжил? А теперь киллы есть. Вот, Ник. Старый пердун? Это про меня? Офигеть. Какой Ник, блин. Умирание, здоровье, любите, и занят мира небо над головой. Спасибо, Бонифаций, спасибо большое. Где? Лодка? Я не знаю. На твоей стороне должна быть. Справа, где-то, да. Нет, слева. Где он? А, вон где? Он. Ёперный. У меня. Взрываем, короче, его нахер. Не дали. Не знаю. Я не знаю откуда, я просто текаю. Вот он. Бежи, внутри, один на берегу, второй. Вот на берегу. По первому кидаю, он пробитый. 3 дырчи у меня. Попали. Ой. Как попасть? Вот с этим камнем есть. На желтый. Я того вырубил. Я понял. Ну кто ж по тебе стрельнул? Ну это они, наверное. Нет? Ну, может... Не, он, они бежали вроде бы. Сетрик говорит, бахнет пивка. Ой-ой-ой. Спейс, ты тебе говорю, сегодня подкручено. У меня летит как никогда. Как никогда, да. Ну все, страдания твои услышаны были. Только семерок мало. У меня тут 80. Надо ехать. Надо. У меня гранат зато. У меня аптека одна. Что это? У меня две маленьких, одна большая. Просто нас на мосту сейчас примут. А тут где-то кого-то высаживали, а вон он. За машиной. Ты же вылутал? Ну так. Выкинуть. О, семерки. Ай-яй-яй. Вот это мне не надо. Печки надо. Все, я поехал. Семерки. Помоги мне. Я! А. Так возьми другую тачку. Пускай она подбитая, но так безопасно. Раз в год, Сетрикс, а ты. Ты вообще не пьешь или тебе. Или что? Может, ну, тогда нельзя. Не надо пробовать.
Не, ну как хочешь, конечно. Я если что, ни к чему никого не призываю. Слева. Где-то, да? Да. Я не знаю. Ой-ой-ой! Юмпик! Юмпик! Только не юмпик! Уходи! Я их прибью сейчас. Может, не надо? Метку поставь хотя бы на них. Вот тут. Вижу. За деревом вырубил или нет? Да, за деревом. Видим там же. Да. Блин. У них семерки надо поднабрать. Ну, поехали. По-любому было, пусть будет было. Еще раз. Было. И будет, и было, и еще будет много-много раз. Стрельба топ. Ну да, без. А ты думал? Ну всегда топ стрельба. Так. Две канистры у чела. Я музыку на паузу поставлю ради топа. Доиграю, потом включу, ладно? Потому что топа, ну, сложный челлендж, надо доиграть. Конечно, не поворачивай, у меня тут челлендж страшный и злой, уже топ-2 брал. Наушники местами поменены, и стрельба с прицеливанием местами поменены. Ладно, наушники, но стрельба, блин, это вообще... А мне наоборот, ладно, стрельба, но наушники. Я вообще как слепой кот, блин. Глухой, давай, блин. Давай мы, наверное, станем у спорешника пока. О, у меня машина на одну тычку. О, в этом скворечнике мы сгорели. Чел бежит слева. Это ты? Вот там, вот там. Вот там. Я не мог. Как выйти с прицела? Как она? Гачка загорается, я не могу выйти с прицела, стреляю, просто стреляю с перепуга и втекаю. Разные игры, привет, спасибо. Асад, Сеньки. Амер, здорово. Hello, Амер. Hello. Hello. Hello, my friend. Hello. Дверь закрой. Как выйти с прицела, орёт? Так у меня клавиши поменены, и я с перепуга начинаю выходить с другой кнопки и... Разные игры, но у меня вот 2К, вот такие вот настройки графики, можно на паузе пересмотреть. И на стриме программки, через которую я стримлю, применен фильтр, чтобы игра была немножко ярче, контрастнее, красочнее. За слева, значит, так. Это там. Он кого читает? Ну конечно. Чат, кто не в курсе, что происходит? У нас со спейсом наоборот одеты наушники. То есть тут право, тут лево, а должно быть наоборот. И бежит на метке! Зашел в ЛГшку. И поменены местами клавиши на мышке. За камень зашел. Левая и правая клавиша мышки поменены местами тоже. На левую. Поехали. Целимся, на правую стреляем. А куда мы поедем? Может, от края аккуратненько поиграем? Ну, давай. Блин, а машины нужны. У нас только одна машина. А баги еще есть. Бери, короче, дачу и на баги. Где-то справа. Я район вижу вообще его. Район Грибодома. Не понимаю вообще. Грибодом где-то.
А, прям с окна лупит, что ли? Пока я не в курсе вообще. Ой, я хотел выйти. Броника тут нет свежего. Ну я предлагаю пока подняться к этому домику по-быстрому. От него будем отыгрывать. Я ничего не понимаю. Ничего. Это кто? Это ты. Я бегу рядом. Да, либо дом прыгнул. Вот бежит. За камень зашел. Надо на перебеге сейчас его ловить, он не в зоне. Угу. Его кто-то вырвал? Не знаю. Нет. Там... Побежал. Ну, две тыки в нем точно есть. Мы не в зоне, кстати. Еще два раза дал. Это где-то слева. Туалетик. Там же машина. Бежит. Поднимается от туалета. Дерево. Минус оба. На оранжевый. Там еще должны быть. Наверное. Я не шарю, я не знаю. Дальше чуть-чуть. Дерево как. Но не в зоне. Нет. Их еще семеро. Ну слева я двоих прибил. Поднимается, смотри. Вот здесь за бугром. Мне кажется, дальше или прям за бугром? А? Да, прям там. Но мы не зайдем тогда. Мне кажется, мы сейчас в бутер зайдем. Нам бы сюда к лорке подойти. У меня есть пару дымов. Ири. Юмпик, блин, нам хана. Стеночка у тебя есть? Нет. Едут. Ну, боже мой. Блин. Выпрыгнул. Два вышли. БРДМ. БРДМ, отлично. О боже, как это сделать? Делаем звук тупо справа и, значит, противоположно слева. И наоборот. Это все там происходит за бугром. Граната какая-то. Это моя отскочила и чуть назад. Они тут у нас. Вот метку тут, ставить, если что, я не оранжевая. Могу понимать. Бердем. Может, все пройдем? Спейс, надо попробовать. Ой, прибил, два осталось. Бердемчики, наверное. Вижу вот тут. Кого-то там видел.
У меня слева тут чисто абсолютно. Ага, на оранжевое есть. Ну тут бежит. Лёг, тут. Ой. Метка, последний. На тебе. Ух, блин. Это тяжко было. Это каждый выстрел, каждый прицеливание выстрел, ты перед этим думаешь, а потом не понимаешь, а потом думаешь, и потом стреляешь. И... Так, я меняю наушники. Это тяжко так было. Так она. Не, реально. И это было интересно.